Давайте зададимся вопросом. Кто из нас, руководителей государств СНГ, лицом к лицу встречался с господином Порошенко? Только единицы. За истекшее время он побывал практически во многих странах Европы, особенно в Брюсселе и других странах. Не будем говорить о каких. Однако использовать сегодняшнюю возможность посетить и поучаствовать на заседании очередного саммита СНГ, кстати, он продолжает, Украина и товарищ господин Порошенко, в составе еще СНГ находится. И создается впечатление, что он, наверное, раздваивается явно и никак не может дать себе отчет, на пользу ему выход из СНГ или не на пользу.